Вот они, красавцы. Постирали кроссовки и все испортили. Задники были пластиковые. Прям ужас. А может, какие-то алюминиевые. Все собралось. Все шишками. Вот такая деформация пяток. Даже не знаю, что я буду делать. Полностью они прошиты все. Будем думать, как это все достать, как это все починить. Да, вид, конечно, после стирки у них кошмар. Будем доставать, будем делать операцию, залазить через внутрь. Стелечки я убрал, тут все у нас проклеено, все прошито. Сейчас я возьму скальпелек. И будем мы вот этот шовчик полностью распарывать. И посмотрим, что там у нас кипяток сделал с нашими запятниками. Так что смотрим, не переключаемся. Как тут подлезть-то только, а? И вот так вот я сейчас каждый шовчик буду отпарывать. Снимать я не буду. Все понятно, я так полагаю. Ну что, ребят, сделал я операцию. Посмотрите, что сделалось с задниками. Задники были пластиковые. Сейчас они задубели и влились прям в материал. Не знаю, сколько сейчас понадобится времени, чтобы это все устранить. Вообще камень, просто камень. Да, ладно, покажу, что я достану из них, что осталось от этих запятников. Вот такой внутренний мир вот таких неплохих кроссовок. Ну что, ребят, прошло 2 часа. Пришлось это все с мясом выдирать. Сухари эти. По чуть-чуть все прилипло. Конкретно. Вот такие сухари. Все. Пяточки у нас сейчас стали свободные. Сейчас я попробую затолкать туда задники. Да, конечно, это у нас все идет в утиль. Ну что, вырезал я запятнички вот такие уже, посмотрел, они все подходят сюда. Сейчас намазываем это все наэритовым клеем и вставляем вот эти вот запятнички. Ну что, ребят, мозаику я эту собрал. Я уж не стал показывать этот, как клеил эти внутренние запятники. Все на наэрит. И потихонечку все сложил. Но после стирки у нас все равно, видите, сколько деформации у кроссовок. Так что мы сейчас поставим на растяжечку. А завтра посмотрим, как оно будет выглядеть. Вот так вот я вот после замены внутренних задников, ой, запятников, все подклеил, все собрал. Сейчас поставлю на растяжку. Да, сложно, конечно, там полностью все с корнями было. Но потихонечку, полигонечку я это сделал. Сейчас поставим на растяжку, а завтра посмотрим. Сильно водой не надо, потому что я садил на сырую, чтоб не промокло. Натягиваем. Обжимаем все это дело. Ну и все. Все, что хотел
я показать, что творится после стирки. Конечно, не со всеми задниками, так запятниками случается, но все-таки. Вот завтра приду, я сниму и посмотрим, как будет форму держать. Как было и как станет. Ну, снова всем привет. Настало у нас утро. А у вас прошло, наверное, секунд 5. Снимаем мы кроссовочки. И смотрим, что у нас получилось. Ну все, смотрите. Кроссовочки у нас приобрели форму, так сказать. Постиранные. Ну что, совсем другой. Все четенько, все ровненько, можно сказать. Они стали жесткие, приобрели форму. Можно отдавать клиенту. Так что, кому понравилось, лайкосы и на канал подписываемся. Карнавал, Екатеринбург. Сейчас я сделаю фото до и после стирки и замены запятников, внутренних задников. Все четенько.